Будь здоров, мы опять заболели. Как прививку делаем, как в больницу сходим в поликлинику, начинаем болеть. Так, магазин Перекресток, покажу вам, что купили. Начинаю снимать влог, потому что ну, надо же показывать, да, вам, что купили. Иначе смысл я буду вам... О-хо-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо. Да? О-хо-хо-хо-хо. Я думаю, будет никому не интересно слушать. Все любят показывать, чем человек дышит, чем человек питается, чем человек... Питашка стоит, детяшки, фрутоняня, надо есть. Так, это аптечный склад. В аптечном складе я купила. Сейчас мне стало нравиться вот такие давать ему, Захару этот. Со злаками. Вот идет сразу пюре. И я вот прям отсюда выдавливаю. Сам он, конечно, не может. Он, конечно, даже может соснуть, но высасывает полбутылки, все весь в этом пюре и вообще, в общем. Вот. Пустые тарелки, это все надо мыть. Так, вот так, это с аптеки, Малокс. Муж особенно, у него часто изжоги, я не знаю, как его лечить. Ни к врачам не идет, да и времени нет у него. Омепразол противоязвенное. Взяла есентуки и виферон Захару 150. Все, закончилось. Это, по-моему, 600 рублей. 600 рублей, тышка, блин, нос. Тышка, блин, нос чешется, не к добру это. Так, это перекресток. Перекрестки. Зелень, петрушка. Укроп не стала брать. Будь здоров, потому что в последнее время очень... Укроп какой-то калечный, ну, пропащий попадает. Туалетная бумага. Брук-бон чай, ну, самый дешевый был. Майонез. Булка. Плюшка. Так, вот это я взяла на бульон. Хочу сварить... Как он? Ну, это копченые крылья. И я хочу сварить суп на копчености. Получается, как же он? Гороховый суп, в общем. Это ребенку. Плохо он, конечно, это все пьет. Так, чуть-чуть глотнет. Я сама допиваю. Паприка. Тоже почти везде ложу. Сахар. Дальше. Молоко, там какое-то густое, сыр от Перекрестка, марки, да, фирма, а самого магазина Перекрестка, Прынза, это в салат, сейчас мне стало нравиться эти салаты делать, огурец, помидор, и вот сыр, да, и все, и лук, вот такой штрудель взяли с творогом и вишней к чаю. Мне увлекаться, конечно, нельзя. Ребенок и так у меня выступал просто. Дальше муж взял ганноверские сосиски какие-то. Мы с ними ездим, это все надо в морозилку. Уже ездим с ними 3 часа. Ну, я еще в салат хочу добавить маслины. Взяла вот какие-то дешевые, тоже от их фирмы. Просто. Вот и узнаем, наверное, они отвратительные. Болгарский перец на суп. Растительное масло Дива Кубани. Тоже от их фирмы Маркет. Смесь овощной Трио. Уже на все. Ну, чисто из колбасного магазина Докторская колбаса. Сынулька тоже ее любит посасывать. Дальше. Лимон там падает. Короче, вот бананы, лимон к чаю, пьешь-пьешь, этот облепиховый чай, я, так, репчатый лук, и здесь, по-моему, ну, нектарины, ну, персики, вот, персики, надо есть, пока сезон. Чем там занимаешься?
А? Поменять на вас, вот за 6 поменять. Поставил. Так, сегодня. Так, там в магазине осталось. Леруа Мерлен мы заезжали. Я купила для игрушек. Самая выгодная цена ящика для игрушек получилось получилось Леруа Мерлен 400 рублей. Ну, скажем, 500 рублей. Ну, тоже, кстати, вот такая из покупок была. Я посчитала, нужно, что для стульчика, столика для кормления у ребенка должна быть на присоске такая игрушка. Здрасте. Снимала, показывала Happy Baby каталку. Я ту уже продала за через Юлу. Купили мы новую от Чика. Она стоила в детском мире 3 900 чем-то, что-то, ну, мы скажем, 4000, да? Вот что она умеет. Музыкальная. Здесь уже эти потерялись. Вот. Вот это немножко какая-то странная хрень. Это не падает. Где? А нет, там шарик. Мигает, видите? Где зеркало? Вот она играет. Вот здесь как сортер, знаете, здесь выбираете. Вот здесь такой вот. Должен быть круглый шарик, куда не падают, как сортер. Ну, вот. Это я уже тенила сюда, присобачила. Вот это. Ну, это я ее, кстати, сейчас уберу и повешу на этот. Видите, крутится. Ее я с рук мы покупали, поэтому вот это порченая очень. За 1500 с рук мы ее брали. Потому что такая 3 с чем-то или 3000 стоит в детском мире. Ну и нахер нам такие бабки отдавать. Сейчас я ее вот откручу. Если получится одной рукой не получается. Откручу и повешу на кроватку. Здесь такие зажимы есть. Типа вот так вставишь, и она не едет. Колесо. Вот это колесо зажимается, а вот это все равно катается. Поэтому не срабатывает. Здесь все динамик, улыбочка. Нет, это стоящий. У Happy Baby вот так вот шли. Отсюда шли. Второе колесо. А здесь, видите, вот так. Поэтому она более устойчивая, вот эта каталка. Треск такой есть. Видите, музыка срабатывает. Сейчас у нас на жутымах. На жутем носится. Я хочу вам показать покупки из детского мира. Вот. То, что совершили. Пакет этот. Здесь у меня лежат вещи. Так. Пойдемте. Да, сыночек? Детский мир, да, Леруа Мерлен. Так будет удобнее повесить. Вот сюда. Значит, по выгодной цене, по акции 80 размера. Вот такой комбез я взяла. У нас сейчас, в принципе, уже 80 размер. Вот. Раньше он стоил... Где цена? Я его взяла за 200, а он стоил 700. 70% почти скидкой. И сзади вот так. Вот такой. Такая расцветка. Что там лазишь? Так, далее. Носочки 300 рублей. Правда, это для девочек написано. И мы не могли найти. Мы это уже покупали. Я не все показываю, не все покупки. В Инстаграм вот выложила. Сюда уже не буду снимать. Baby Go. Почему-то детский мир очень любит Baby Go фирму. Они такие как вязаные. Мне кажется, у нашего будут они вылазить.
Ну, носки должны быть, покупать надо. Там уже завалил, да? Завалил уже что-то. Захар. Игрушка вон валяется. Кстати, обувь еще ему купили. Метрика. На тебя прям упала. Прям на тебя все падает. Что ты балуешься? Метрика. Сейчас вам покажу, граждане. Так. Смотрите. Одну бабушке уже сделали. Я в машине у мужа оставила. По факту как-нибудь. Кстати, девочка ведет канал свой. Ирина. Лайф. Иркин Лайф, что-то такое, в общем. Я у нее заказывала метрику. Вот такой мальчик у меня тут. Все, и рамочку купила. Так, сейчас покажу обувь. Блин, ну купили обувь, обувь ему большеватая. У нас ножка широкая, вся в папу. Вот. Вот это обувь, кроссовки, обувь под вот этот комбинезон, который вчера мы купили в детском мире, последний забрали, я не знаю, как его стирать, надеюсь, что он только трайп, только трип, кармашки. Это 74 размер, это 80, это 74, это тоже вот все есть. Не, качество-то нормальное. Единственное, что он как бы кажется таким тоненьким, тонюсеньким. Вот. Аж просвечивается. Капюшон тут висит. И такой, я, в общем-то, такое хотела. Да, мы закупили за 2000, стоил, видите, 5. Ну вот. Что там буянишь? Не знаю, вот 74. Не знаю, какие размеры стирать. А это 80. В общем, главное, чтобы он не мерз. Чтобы до зимы хватило. Зимой еще надо будет покупать. Так, в магазине Карапуз я взяла вот такой свитер. Вот. Какой свитер. 750 рублей этот свитер обошелся. Ну, плюс там внутренние скидки этого магазина. Но, тем не менее, не было бы скидок, то довольно-таки... Я его уже постирала, он без этикетки. Мы его вчера носили. Одели вчера вот торговый центр «Космос» и «Детский мир». «Макдональдс» мы ходили. Ну, ничего, я не снимаю. Ой, я бы могла такие видосы снимать. Девочки, нет у меня времени. Так, я вам сказала, что я покажу, что купила в Леруа Мерлен. Ездила это вот за вот этим ящиком для игрушек. Обошелся он 400 с чем-то. Так, семечки крутой окер. Просто сюда попали. И такая штучка, она вешается на дверцу. Ну, вот, например, вот так. Ну, как мусорное ведро. Но нам не подходит. Я боялась, что не подойдет. Она и не подходит. Где тут? Ну, может быть. Вот видите, так вот так вот надевается. Шикардосно. Только должно быть с этой стороны, естественно. И кидаешь сюда всякий вот такой мусор. Так оно не закрывается. Классно. Так, дальше я купила... Вот эту подставку давно хотела. С Леруа Мерлен. Вот эту взяла. Вчера. Теперь будет оставаться всякие эти. Вот эту взяла. Подстаканник. Для зубных щеток в ванную. Ну, знаете, это был самый дешевый, который я взяла. 200. По-моему, да. 200 с чем-то рублей. Держатель стакана русский. В
В общем, там ванну еще до ума доводить надо. Что-то, по-моему, я еще там брала. Ну, уже не найду. Не найду. Так, ладно, пока выключаюсь. Питание еще взяла. В детском мире. Вот как получилось у нас в игрушках. Блин, все за это. Все за это. Конечно, там есть пространство, но все равно. Так вот мы играем со стаканом. Стаканчик. Ну, пока пить он с нее не может. Покажу сразу Томми. В Инстаграм показывала, как работает игрушка. Вот это вот. Нам с мужем она очень понравилась. Так она орет. Ну, рассчитывала, так в руку берет ребенок. И как бы 6 месяцев он живет долго. И он рот, пасть открывает и кричит. Ну, ее можно выключить при желании. Вот. Кнопка. На, сынок. Так, детский мир. Питание. Поехали. Значит, вот это я уже показывала. Но я это была в аптеке брала. Не знаю, там сейчас я такую же показала. Нет, это с детского мира. Ну, мне нравится со злаками давать. Ну, обычные ягодные. Такие. Вот эти. Ну, вон стоит. Налитая. Не выпил он. Но беру иногда так, чтобы было. Сами с усами еще ни разу не брала. Подешевле они. Но взяла попробовать. Положили. И агуша, абрикос с морковкой. Так. И вчера у нас вот с вещами получилось, в общем, сумма с вещами. Короче, хер вот тут что пойми. Ваша скидка. Короче, 2 832. Ну, там со скидкой 2 734 вышло. Вот. Так это еще благодаря, что комбез со скидкой был. Достать не можешь. Давай, давай, доставай. Доставай. Вот как раз пускай учит навыки доставания игрушек. Давай, сыночек, доставай. Ходить, конечно, мы еще не можем. Ну, понятно было. Для тех, кто боится, что волосы выпадают после родов, вот так вот они отрастают тут же. Вот видите? То есть они, потом они довольно-таки быстро растут. С ноутбуком проблемы. Бесит этот ноут. Из-за этого тоже не снимаю ноги, потому что он выключается, нагревается и выключается. Вот тоже, видите, вот растет. Они вот, получается, выпали. Теперь такая хрень висит. Здесь тоже так же. Ну и там по голове то, что мы не видим. Ладно, я пойду его кормить, он здесь просит. У меня, в принципе, получается вешать на ручку. Ну, болтыхается, конечно. Но ничего. Даже по цвету более-менее подходит. Нормально. Пакетик вот так надела. И нарезаю здесь что-то. Сейчас я буду суп готовить гороховый. Вот. И сюда чик-чик-чик кидаешь. Ну, посмотрим, как это будет. У меня здесь идет ТНТ, но это ненадолго. Сейчас ребенок начнет орать. И все на этом. И себе налила супчик грибной. Ну-ка, не кашляй там. У нас 25 градусов. На-на-на-на-на-на. У нас, видите, теневая сторона и солнышко вон там. Вон там.